а мы на даче. Капюшон одевай и идем. Да ну... Никита! Блин, а у меня нету ничего камеру накрыть. Свежий воздух. А походу какашками пахнет. Какими какашками, блин? Не, ну здесь, да, здесь воняет какашками. А туда, кстати, можно вообще? Там, по-моему, забор, мы там не пройдем или пройдем. Глянь, тут земляника. Вон, Глянь. Земляника кто? Земляника. Вперед, а? Глянь. Мы не пройдем никак, прикинь. Назад. Опять начался дождь. О, второй день уже. Мы приехали на дачу на шашлыки. Ой, какая роза красивая. Красивая. У меня уже все ноги мокрые. Как тебе погодка? Решили прогуляться. Прогуляться. Блин, я телефон потеряла свой. О-о-о. Назад. Нашла телефон. Хорошая поездка на дачу. Солнце светит. И дождь. Да. Как в селе на даче. На дискотеку! Зачем тебе стремянка? Просто не мешай мне! Фотограф знает, что делать. Готова? Да, систер! Готовы, выношу! Подожди, а дует! Да, давай, давай, не дует! Закройте, поддувало! Ну, все happy birthday кричим! С днем рождения, тебя! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Здесь вот только сейчас вышло нормальное солнце. До этого вообще непонятно, что было. Холодина была. Выходи из строя. На первый, второй рассчитайся. Яна, ты сюда, в эту. Сюда, давай. Это, подожди. Мама! Нет, 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 нет. Подожди, это показывает. Ты ж только это самое приедешь, не забудь отказаться от того. На 9 утра. Слышишь? Ты ж поменяла на 4? На 9 откажусь. Да, да, хорошо. Так точно, товарищ начальник. Ну-ка не забудь. Знаешь, как? А? Да. Нормально, блин. Так, а чё? Нам с тобой с краешку. Ладно.
По счету второй, пожалуйста. Так считается он третьим. По счету отсюда второй. Да, да. Алим. Приказном тоне. Посмотри на него. О, боже, на 10 раз закрыто. Спасибо. Все, вали давай. Погладьте меня, пните меня ногой, ткните меня лицом в лоток. Да хватит, блин. Бешеный. Да Никита, блин. Ты сколько весишь? Ты весишь больше, чем я. 40. Какие 40? Вот это стук был коленкой в голову. Никита! Ай! Никита! Ты молишься? Где мой второй тапок? Давай, ворота! Раз, два, три. Эй, нечестно, ноготь подняла. Нет, я не буду. Да что ты? Это сопливой рукой. Лады. Ничего нету, давай. Раз. А ты стоишь, сядь нормально. Я тоже сижу. Раз, два, три. Нельзя упираться. Как нельзя? Вот так. Как можно только наоборот. Мы были на даче сегодня. Очень холодно, жутко холодно. Мы там недолго были с племянником, мы уехали очень быстро обратно домой, потому что, ну, соответственно, именинница уехала, и мы. Будучи на даче еще, я нашла себе BlaBlaCar, я брала с собой ноутбук, на меня все смотрели как на идиотку. Да, нашла себе BlaBlaCar на завтра, на очень рано. Сделала, в принципе, все свои дела. Получила регистрацию. Вернее, сделала и получила. И забрала паспорт свой из паспортного стола. Побыла с родственниками. И сейчас буду уезжать в Воронеж снова. Мне, кстати, задают вопрос, зачем я вообще езжу в Воронеж? Как вы думаете, у меня там друзья, знакомые остались, поэтому почему бы и не потусить с ними? Потусить — это, конечно, громко сказано, вообще провести время. Потому что я не знаю, когда я еще туда приеду. Я провонялась вся костром, пойду сейчас приму душ и буду монтировать видос.